Ну, 160. Снова на зверя. Опять, может, пойдем по альтрауту. Опять копать, что ли? О, кстати, имба. Это ебейшая имба. Лопата на зверя. Это очень хорошо. Еще с первого этажа лопата. С первого этажа. Это очень хорошо. Так, FM0 K4 КУ. Так, делаем, получается, дырки на боссе в идеале. Статы у нас вроде... А, дэмэджа нихера нет, тирейт есть, скорость есть, рейндж есть. Короче, хп мало. Хп мало и дэмэджа мало. Остальное все вроде... Жить можно. И много бомб. Почему? Потому что дырки, которые ты делаешь на боссе, они потом остаются на подъеме. Их можно будет по новой использовать. Там будет дырка новая с новым кроллспейсом. Довольно здорово. Не, ну за 15, конечно, покупать я не собираюсь. Конвертер. Ну, как бы они взяли за основу антиберс для DLC, но по факту это DLC, это в 20 раз больше антиберса. Было сделано очень много всего. Просто идея, да, в том, что это антиберс. Очень-очень сильно переделанный антиберс. Очень сильно переделанный. В любом случае. Но по сути, да. В золотую, да, тоже, но в золотую идти надо искать постоянно. А босс-рума ты всегда через нее проходишь, поэтому это удобнее. Лучше делать в босс-руме, если есть декорация. Декорация есть, хотя, блядь, подожди, это не там, где дырка основная, нет, там нормально она будет ниже, окей. Найс, хорошо. Смотрим. Офигеть. Это шикарно. Это шикарно. И вот у нас уже не 2 хп, а 1 000 000 хп. Даже можно сокрумы в теории фармить. Если сильно угореть. Так, это, конечно, карты любопытные, но что-то ключей у меня на них маловато. Найс. Тут ничего нет. Лоу Соломенс. По-моему, ты спать хочешь всегда. Прям как я. Больше денег. Классная муха. Что снова Вальтраут? Что мне в кайф пошло это. Минус кейс, минус один бейсмент. На подъеме. Вроде приятно. Так, я секретку вторую не видел. Вторая получается сверху здесь, наверное. Понимаю. Птичья лапка. Высрал ВЛС нюдисы. Где? Блять, на Твиче что ли? Это что? Ты что, ёбнутый волк? Дискорд же есть. Псих. Ладно, потом посмотрю. ЛС Твича. Это я смотрю раз в 1000 лет. Плюс-минус. Я там, в принципе, личку не проверяю никогда в жизни. Говномерки опять троллят. Бельзебуб соберем. Ну, пока всего одна часть, но посмотрим. Может быть, и соберем. Бля, ну ладно, мне хороший бутирует. Переживу. Да, в Твиче есть личное сообщение. Это я о том же. Что? Что? Ну, блайнда не трогаем. Пускай пока остается. Что-то даунпур один я оставил этому руму. Конечно, я это запомню, очевидно.
А, окей, тут не поорбиталишь. Неудобные ребята. Колобки. Пам-пам-пам-пам-пам. Бесплатная карта. А! Ну, слушай, мне альтраус все больше и больше нравится. Для похода на зверя, по крайней мере. Этот человек говорил еще, тоже у Ларса у нас на стриме, в комментариях видел, что он ходит в чес через альтраут. Чтобы был, короче, плюс магаз, плюс айтем рума. Ну, вот это я уже хз. Не знаю, стоит ли он типа того. Надо, получается, идти через Basement 2 в Альтраут, да? Потом в шахты. И потом в мавзолей. И потом идти в Вомб обычный. Это уже какая-то странная, по-моему, хуйня. Не знаю, звучит крайне мерзко. Я там перепутаю еще, блядь, уйду на мать. Ладно, не буду на мать, я нож собирать не буду. Но все равно. Спасибо еще 1000 рублей, метаморфоз. Спасибо большое. Господи, как же много говна в этой руме, ебанись. Как это проходить? Да ебать, они со всех сторон атакуют. Это мухой, мухой. Муха их всех. Вот так. ХП маленько вернул. Так, стрейн-карту надо будет выкинуть. Вроде вижу, где дырку сделать. О, аниме, все. Прошел перерыв. Аниме вернулось. Не прыгай, придурок. Бля, этого не хватило. А-а-а, криво поставил. Увы. Не пизда, не пизда. Сколько ты их высираешь? Чё их так много-то, блядь? Шесть дэнш, охуеть, конечно. Кайф. Капец, он душный. У нас самый душный босс первой главы Альтраута. Он противный. Но он 3, да, прыжка делает подряд, не больше. Нет, больше может. Сколько нахуй? 5 ты можешь делать прыжков за раз? 5? Ты что, крейзи? В смысле, 5 прыжков? Хули так много? Смотрим. Посмотрел. Там Hungry Soul на самом деле неплохо. Наверное, но... Не стоит того. Не хочу этим лочить. Бланкет. Бланкет берется, наверное. Ну, Малабастер я не активирую, наверное, все же. Это все же маловероятно. Там дайс рума есть, но у меня всего 2 ключа. Всего 2 ключа. Это маловато. Окей, 3 ключа. Ладно. Убедили. Там я был. Потому что если будет 5, будет, наверное, прикольно. На днюра. И минус ключ последний. Окей. Нет. Лопату ролить я пока не собираюсь. Лопата кайфовая. Так, ну шикарно. Пошли дальше. Стрейн-карту оставляем, дырку оставляем. Все. Дальше. Дрёс.
Блэкэша пока особо нет. Но есть лопата и хп. Вообще их можно орбиталить, но... Только осторожно. Вот эти ребята самые опасные здесь. В зеркале. В зеркале, наверное, тоже будет проход вниз, но там, скорее всего, кроллспейса не будет. Вернее, оно будет, но там не будет айтемов. Если сделать, типа, кроллспейс, я ебло. Если сделать, короче, кроллспейс в зеркале, там не будет айтемов. Что там не может быть айтемов. В зеркале. Аккуратно. Ух. Пуф. Окей. Меняй бомбу на две. Я это, может быть, ластом заберу. Я могу бомбу вообще не тратить. Я могу пойти просто в кейвс ластом. Пройти одну руму. Вау. Чуть не подловил. Видеть. Где Crawl Space? Вот по таким штукам. Вот по таким штукам, если жмешь лопату, там будет Crawl Space. Вот по таким штукам тоже. Короче, если на полу есть какая-нибудь декорация или какое-нибудь говно. Вот не такое говно, это говно, кстати, не сработало. Вот типа вот такие штуки. Чтобы это было сразу на полу. То есть, чтобы это было частью комнаты, а не то, что ты сам сделал. Это мега тиндит. Это мега тиндит. Кайф. Да, там типа декорации должны быть. Так, врубил. Ну, конечно, вряд ли я пойду в зеркало. С таким билдом. Капец, его после полдня убиваю. Кошмар. Надо что-то с билдом гаша делать срочно. Да, мы не на мать идем. Так, вот даже если я поломал бы зеркало, мне было бы плевать. Тут можно играть без зеркала. Так, сюда пока я не пойду. Магаз так еще и не нашел. Физика. Ключ забрать можно. Починить. Починить, да встань ты по-человечески. Да блин, в смысле? Выполз. Хм. Что-то я все деньги проебал, ну ладно. Зато починил. Зато починил. Теперь у меня ноль денег. Ладно. Тоже хуйня вышла. Опять говнопин. Блять, а можно его как-то заорбиталить? Не, ну в принципе, конечно, можно. Только ценой своего ебла. Ну, в принципе, ладно. Я готов такую цену заплатить. Это здесь. У меня довольно большой рейндж. Мне кажется, можно брать. У меня будет опять рейндж, наверное. И будет нормальный тирейд. Даже 6, а не 5. Привет, Мара.
Так, забрать бомбы ластом и забрать ключ ластом. Не можно уебывать. Костер был здесь, да? Блин, в узкую керсу я не пойду без лопаты и без телепорта. Это безумие. Это форменное безумие. Там точно трахнут. Секретку можно первую посмотреть, наверное, здесь. Блин, реально здесь. А я уже lost. Fuck. Там может быть айтем, но я не хочу ластом драться. Пройти одну руму, чтобы не быть ластом. Пройти одну руму. Да, еще это могу взорвать. Там меня не будет, нет, там меня не будет бомбы на это. Не будет бомбы на штуку. На челлендж-руму. Хуевая идея. Бля, она ко мне ползет. Эта хуйня ко мне ползет. Дальше я не пойду, нет. Дальше я идти не хочу. А, был в золотой меч, наверное, разве? Может, посмотрим. Ура, плюс рейндж. Уха, пиздец, мощно. Так и страшно пользоваться на этих боссах. Особенно на этом дилете. Как же он любит прыгать. Прыгунчик. Снова говнопин. Жадничаю. Жадный стример. Ну ладно, хп много вроде, так что плевать. Где был меченый? В этом руме? А, реально был. Иди правым. Два синих. What the fuck? What the fuck? Так, аккуратно. Так, все, мы идем дальше просто вниз. Все, больше ни тут ни хера не надо. Больше ничего не надо. Кто разбирается в телеках? Берешь Xiaomi, короче, и... Радуешься. За 100 баксов. И кайфуешь. Нет Xiaomi? Богатые, блин. Нету Xiaomi у них. У нас, по-моему, только Xiaomi в основном, по-моему, продаются. Основная масса. Или около того. Тех же денег. Телефон Honor. Не Xiaomi, но близко. Мне Xiaomi телефон не особо нравится. Я доволен? Да, вроде доволен. У меня просто так был телек, но не особо мощный. У меня просто никогда не было телевизора, но дороже 30 тысяч. Поэтому... Вроде стал получше, чем был прошлый. Спустя 10 лет. Вроде норм. Я не сильно придирчивый к телекам. Не прям его уж много смотрю. Хотя, ладно, довольно много, наверное. Может, день через день что-нибудь смотрю по вечерам, по ночам. Это в телеке, потому что большой монитор.
Ты ж не будешь себе брать, не знаю, там монитор 60 дюймов. В этом прикол телека, что он большой. Смотреть всякие кинчики, сериалы, всякие формулы, прочую хрень. Хотя, конечно, мониторы есть там дюймов по 30, но все равно не то. И главное, это можно делать в кроватке, как нормальный человек. Это пиздец. Это пиздец? Это пиздец. Это ломк. Хотя здесь нету... Тут есть где поставить дырку? Нету, да? Тут нету где дырку поставить. Ладно, отбой. Это не ломка. Это ебаный флорид кейс. Не дал сделать. Нет, не будет ломки, тут негде ставить. Обоссанный Флорид Кейвс. Без декорации. На боссе поставить. На боссе там ходить надо будет туда-сюда. Хотя и так ходить придется. Надо найти эту Старс-карту. Надо было, вернее, чтобы это было прям хорошо. На боссе можно поставить, но, блин, столько ходить придется, пиздец. Ну ладно, наверное, мы это будем делать. Все-таки та самая редкая ломка. Сфагетминал, который все еще в игре остался. Грех ей не воспользоваться, наверное. Да, блять, можно муху-то убить нормально. Да, дай ее убить, не смей! Глаз, не трогай его. Его, ее. Какой гендер у мухи, я не в курсе. Заблочит хорошо. В чем ломка? В том, что если кнопку оставляю, дырка будет на каждом этаже с кнопкой. То есть кнопка будет этаж повторять бесконечно. Тут тоже, по-моему, негде ставить. Подожди. Подожди. Здесь тоже негде. Вы нахуй угораете? И тут негде, да? Ну, у нас Flooded Caves произошел. Ебаный Flooded Caves нас обосрал. Ну типа это же не декорация, да? Гриб? А там разве был гриб? Там был гриб? А, да, я еблан. Стример еблан, слепой, ладно. Тогда возможно будет ломка. Но это будет очень долгая ломка. Блин, надо было Старс-карту найти. Без нее это очень грустно будет. Это будет очень долго. Это будет очень долго. Туда-сюда ходить. Может, там будет автомат синий в аркаде. Там я выбью Старс-карту. Это прям было бы хорошо. Прям было бы очень хорошо. Куда я пошел? Шок магазин. Тоже гляну. Нет. А! Прикольно. Да что? Да что все ломается так быстро? Вы че? Все ломается. В Кёрсе? В Кёрсе вряд ли будет карта. Будет руна. Тоже неплохо. А, стоп! Подождите. Подождите. Это нормальная тема. Black Rune тоже можно оставить. Она тоже там будет бесконечно. Окей. Окей, это интересно. Это становится интереснее. У босса? А, ну да, у босса лучше оставить правильно. Нам там, где дырка нужна, правильно. Дырка, блин, плохо же дырка не там оказалась, не нужна. Надо как-то в идеале тут активку заспамить, но это никак не сделать. Просто никак. Ну-ка. Плюс с ПХД можно хорошую таблетку оставить в теории. Тирзап. Ну, тирзап не сильно поможет на самом деле. Перкс. Тоже не сильно поможет. Короче, все, смотри.
Мы оставляем здесь кнопку. И это будет луп бесконечный. Тут мы оставляем дырку и Black Rune. И в теории еще можно тринкет. Но тринкет, наверное, нет смысла. Че смысл тринкет оставлять? Искать спешл румы постоянно. О, это мало смысла. Не, ну можно оставить, в принципе, пускай. Пускай будет. Перокс оставлять смысла мало. Прям очень мало. Прям совсем мало смысла в этом. Короче, уходим. Ладно. Ран будет, конечно, интересный теперь. Чем мы там в итоге сможем наролить? Шабилд пока все еще отсутствующий, абсолютно. Радужник ебучий. Пиздец. Еще меня выебал все-таки. Ебучий радужник. Спидап окей. Уже максимальный тирейт. Удобно. Так, ключи у меня есть, можно тратить. Бомб у меня мало. Надо еще телепорт будет забирать. Фул карту. Хватит прыгать. Хватит прыгать. Ёбки. Бомб трачу. Какой же, блядь, рам мерзкий. Тупо есть тирейт, но демажа вообще никакого нахуй нет. Просто нуль. Просто нуль. Ты нахуй троллишь? Кстати, керсы тоже ни одной не было. Забавно. Ой, керсы. Сокрум не было ни одной. Можно было в теории рак пофармить, но... Но нет. Бомбы не могу тратить. Блять, мне похуй. Если выебут, то выебут. Не хочу нахуй долго убить. Не выебали. Привет, Сикер. А где-то таблетка голубая есть. Что еще делает? Книжка. Музыка всегда на одном уровне громкости. Она никогда не меняется. Она меняется, когда донат приходит, там бывает разный уровень громкости. Моя всегда на одном уровне играет. А, у меня еще и сделки не было ни одной, вот чем прикол. Вот почему все еще настолько хуёво. У меня еще и сделок не было. До Депс 1. Жесть. Тут, походу, ломка будет почти вынужденная. Потому что ран говно просто. Просто говно ран. Уже второй Black Market. Диплопия. Кстати, Диплопия, наверное... Блин. Наверное, можно ее повязать здесь сразу. Получу мух и стоплач. Вроде неплохо. Вроде неплохо. А что будет, если на подъеме какой-нибудь проход вниз? Дырка будет закрыта. Она не откроется просто. Будет люк закрытый. Что, в принципе, логично. А если я монетку затиплю прямо сейчас, она будет по новой работать или как это будет работать? Интересно. Или нет? Или да? Она, возможно, рефрешнулась. Может быть, да? Похоже на то, что она как будто по новой пошла. Пошла с новым шансом. Мальчик, ну да, деньги появились. Что денег было мало. Не, просто я думаю, Диплопия как бы обнулила шанс монетки. Там же ведь сколько-то раз она берется всегда, нет? Там такого развития, или там всегда шанс, типа, что она может сразу сдохнуть. Ну вообще нет, там, по-моему, шанс, что она сразу умирает, есть. Наверное. Часы, ну да. Скорость стакается, эффект нет.
Но мне скорости больше уже не надо все равно. Похуй. Всегда, ну, значит, похуй. Тогда получается плевать. Ну, а Венхер получил много денег в любом случае. Я все получил дикий прирост по деньгам, по-моему. Как бы там ни было. Да, раньше Black Market лочил сделку. Такое было. Так, я не иду в секретку, поэтому идем просто дальше. Нужна фулл-карта, одна бомба у меня есть. Ключи у меня вроде есть. Бомбы есть. Это можно открыть. Ace of Clubs. О, большая рума есть. Бум. Гифки нет. Ну я так ее сделал уже темной. Не знаю. Загрузка бедно смотрится. Все же, по-моему. Окно большое, кружок маленький. Так, хоть какой-то филлер есть. Пока пусть висит. Может потом что-нибудь другое придумаю. Картинку Дуси точно ставить не буду. Просто картинку. Больше не знаю, что можно поставить. Какую картинку? По-моему, гифка веселее. Да ничего не надо убирать. Пускай висит. По-моему, нормально. Пока пойдет. По-моему, нормально. Всем угодить, это я говорю, шанс ноль, чтобы каждому все нравилось. Просто привыкнет через пару месяцев, и никто даже внимания не будет обращать. Дело привычки. О, камушек. Ровоксян. Я столько, блядь, мусора вижу, и надо... Причем у человека, который онлайн даже больше моего. Там пол нахуй стрима всякой хуйня. Визуальный. И вроде ничего. И никто даже вроде не плачется. Значит, можно привыкнуть. Тут всего лишь одна гифка. Еще и в правом верхнем углу. Так что я думаю, ничего там страшного нет. Не рекламирую, никто не предлагает. Ну, кроме всякой хуйни. Раз в год мне пишут всякие буки и казино. Это ебаный зашквар, по-моему. Такое рекламировать. Сейчас с рекламой все довольно, по-моему, туго. На Твиче и так. Капец, муха мощная. А, это же... Господи, это Hive Mind, не BFF, я троллю. Я же Hive Mind муху усилил. Так. Сделки нет, бастраша нет, понял. Дырку сделал. Это взял. Это посмотрел. Третий Black Market. Нахера? Куда мне ваши Black Market? Что мне с ними делать? И опции, сука, за 3 синих. Ты, блядь, ты тварь? Ну ты тварь. И, блядь, коробка поздно. Коробка поздно, она уже ничего не дает. Коробка нужна была до того, как я нашел кнопку, а не после. Да в пизду я ничего брать не буду. Нахуй. Так, я отсюда боюсь улетать. Улетим сверху лучше, чтобы точно не проебаться.
Так, ладно. Мага за этом румы пока еще не были просмотрены. Так, а дамаг у меня... А, у меня с камушка дамаг, окей. Ну, хоть что-то. Первый демошап за 6 этажей нашел. Класс. Класс? Ставь класс. Что за ужасный этаж? Видимо, все снизу вот здесь. Ну-ка. Ну ничего, сейчас как сломаем, сломаем, и нормально будет. И нормальный будет ран. Говно. Ломки, да, я стал их редко делать. Да потому что, блин, уже как-то не знаю. Надоели ломки. Как бы ломать можно хоть каждый ран в этой игре. Буквально каждый раз ее искать постоянно. Это настолько скучная хуйня. Кстати, хаос берется, наверное. Учитывая, что у меня этот... Ломка с этим, как его... С дыркой. Там это будет, наверное, здорово. Подозреваю. Блин, девил карту дали. Я с собой возьму, наверное. А нет, хуйня получится, я не могу брать с собой. Нет, могу брать с собой. Не, я могу брать с собой нормально. Только надо будет вечно ее брать. Переподбирать надо будет вечно ее. Один минус. Типа там будет Black Rune, надо будет Black Rune юзать и потом брать с собой девил карту. Да, я Forget Me Now нашел. Ну, плохо, что этого не было. Что не было старс-карты. Один минус. Это будет довольно долго. Но посмотрим. Билд такой хуёвый, что я на самом деле думаю, почти вынужден ломать сейчас. Вот реально почти вынужден. Билд реально просто конченый. Это будет очень долго проходиться на этом билде. Бррр. Так, и чё? Сюда? В магаз скипать я не могу, да? Что в магазе приколы. В магазе прикольчики. Хаосные. Ага, вот он. Может, вниз будет босс? Было бы клёво. Чтобы обратно не идти уже. Да в смысле? Да, блядь, в смысле, господи, убейся. Приколы. Это, конечно, приколы слабенькие. Нет, здесь нихера. Ты их бримом убьешь или нет? Не уверен. Пара-па-пам-пам-пам-пам. Так, а этому рума остается. Так, сделать дырку. Дырка. Дырку посмотреть. Посмотрел, это просто вообще айтем бесполезный абсолютно. Забрать. Снова глянуть. Блин, айтем нет. Ну, кстати, деньги могут пригодиться, там рестоки бывают. Там бывают рестоки в Black Market. Ой, ну и да, и в Black Market, и в Crawl Space там, и там бывают рестоки. Так что есть смысл проверять деньги. Так, господи, убейся. Кайф. Ууу. Кулеватор. Дырка! Дырка. Проверить. Чё там? Black Market. Окей.
Четвертый. А чё за говно? Чё так плохо? Чё так плохо-то? Чем убивать? Да, все нормально будет. Не переживай, все нормально будет. Тут ничего я не скипал, я не помню, нет. He's self-destructive and disturbed, just like his father. Look at who he has. Это просто налог на Библию. ХП почти максимальная. Привет, Сыктывкара. Привет, Сыктывкара. Вам здравствуйте. Мечены без ХП. Тоска. Кстати, мы уже дошли, по-моему, да? По-моему, уже дошли. Диман, отъебись. У меня ломка был в кейсах. Умник. Владимирский умник пришел в чат. Так. Это говно удалить. Бля, там еще же эта хуйня есть. Ладно, я забью хуй на крикетки. Не буду заниматься этой хуйней. Пофиг. Блять, этажи будут, конечно, уебанские, да? Надо было находить старс-карту. Этажи поносные, нахуй, абсолютно. Это будет мерзотная ломка. Нужна была старс-карта, чтобы эти тупорылые румы не чистить. Ее нету. Это будет очень уныло. Просто пизданися, нахуй. Сколько время теряем, это хуете. Ну да, это будет хуевая ломка. Это будет очень долго. Я еще потеряю, пиздец. Ладно, я больше не буду так кушать. Такая нихера не безлимитная. Я тем более буду бафаться очень медленно. Это Black Luna. Очень, это будет медленно. Это будет очень процесс небыстрый. Если не будет нормальных айтемов, это займет очень много времени. Ну-ка. Окей. Спешить, ну, особо некуда. Особо некуда спешить. О! С первого раза. Давай. Тебе нормально, Холи Уотер? А, это ничего не изменит, я троллю. Надо было водить. Надо было водить. Я еблан. Татьяна? Не. Нет. К сожалению, не Татьяна. Видимо, я оставляю девил карту, да? Или все-таки вернусь за ней. Ладно, вернусь. Сейчас главное кнопку не заводит лол. Резко. Взял, нажал, все, теперь можно. Найс, опять поломал тебе рейд, хорошо. Привет, Назделс. Кстати, какой-то скучный подъем. Нету это. Диалога нет. Хуёво. Скука. Господи, какой скучный Black Market с хаосом. Что за говно? Просто ничего, ничего нужного нет. Вообще ничего нужного нет. Просто хрень. Одна хрень. Надо Меркурий найти. Было бы самое топовое сейчас. Или Теру хотя бы. Рунбэк? Да Рунбэк-то нахуй хуйни уже. Долго его фармить. Слишком много говнорун в игре стало. Тут нет вообще никаких светок. Их вообще нет.
на подъеме. Охуительная муха. А, красные румы есть, но тут спешл рум мало, и я заебусь просто бегать еще больше. Это такая ебаная трата времени. Тут бывает 2-3 подряд нахуй, комнаты нет нихуя. Тех красных комнат заебешься искать. Не стоит того. Спасибо, Holy Water. Кажу будут нормальные айтемы. Сколько их чего ожидать в этой игре? Что-то хаос сегодня меня подводит. Скорость shot speed, понял. Тикикс не берем, Терсагион мы не берем. Вас понял. Не в этот раз. Хм, кстати, есть еще. Если я найду вдруг плута, я могу еще и лутать эрорумы. Но это опять же надо будет бегать сначала за кнопкой, а потом сюда. Блять, тоже, конечно, это долго, пиздец. Но там, кстати, я быстрее найду билд, наверное. Намного быстрее через эрорумы. Там чаще попадаются айтемы, чем здесь. Прям мега херовая. Пауз дрянь пока. А, я с тэнка стоял. Точно, я забыл уже про него. Наверное, да. Наверное, ты прав. Если это было в этом ране? Да, это было, наверное, в этом ране. Наверное. Ну да, получается, мне дейл-карта, может быть, и не нужна. В таком случае... Мальчик, ты тварь. Ты можешь мне дать айтем? Я съебусь отсюда. Мальчик, пожалуйста. Ты серьезно? Я это только что видел. Забаньте нахуй Димана. Я его сообщение тупое читал и проебался. Ладно, пошли отсюда. Так я надоел тупые сообщения читать бесконечно. Умник, аналитик. Так, ну у меня дэмэдж есть и рейд есть. Тут я скипал, по-моему, этому руму. По-моему. Блин, румы капец легкие на подъеме. Просто пиздец легкие в альтрауте. Тут все враги просто, ну, чушь. Они такие все простые. Почему не альтраут легче, чем, блядь, обычный раут? Комнаты. Ларс реально гений, что ходит через альтраут на зверя. Это тупо легче. Хотя вот этот челик, возможно, жесткий. Возможно. И то не уверен, что он жесткий. Просто куча мух. Вроде плевать. Ну вот он, да, он что-то срет много. Возможно. Возможно. Короче, надо без билда походить. А, я тут был, подожди. А, я скипал первый даунпор, а не второй. Ваня, не надо никого банить, шучу. Так, дырку проверить. Ну, ломка по факту не проебалась. Я один хер с нее нашел. Статы хотя бы. Так что ладно. Время экономим. С хаоса в теории можно найти что-нибудь дома. Это смешная рома. Колобков миллион. Это тварь быстрая.
это самый, наверное, жесткий моб, наверное, в этом рауте. Да, я поломал тирейт в 1 на плюс 1 и получил демеджа в 1-2. Так что пойдет. Блять, это залупа мне... Ну хотя если даст либру, будет хорошо, а торус мне вроде похуй. А, сейчас, по-моему, получил торус. Лол. Ха, да. Мне сейчас дали торус. С нулевой. Прикольно. Весна бешеная. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, дырка последняя осталась. И что же в ней? В ней... О, в ней ресток. Это мне ничего не даст. А, подожди, это надо потрогать. А у меня нет активки, долбоёб. Кошка не нужна. Часы тоже вроде не нужны. Тоже не надо. Ну и говно. Ну ладно. Пургатория. Ну, нормально. У меня опять торус? А, или эффект не меняется, потому что это не смена этажа, по мнению игры? Подожди. Может, тупая игра не понимает, что я сменил этаж? Из-за того, что нет анимации правильной. Хотя, нет, там же есть анимация перехода на этаж. Там типа есть же луч вверх. Или после я получил 2 же торуса в ряд. Просто везучий сукин пес. Возможно, в этом причина. Ну ладно. А вижу, торус особо не мешает. Тут, в принципе, либра будет хорошо, наверное, если я получу либру. Я, конечно, ее не получил. Я получил... Не знаю, что я получил. Непонятно. Не вижу. Но помоста ты не изм... А гейми не получил. Окей, вижу. Ладно. D12, вау. Паролил. Ну, поехали. Не вижу, ну блин, я реально не вижу. Я смотрел типа на статы, а не на экран. Я ждал статы, что что-нибудь дадут хорошее. Что мне даст реальные статы, а не... Они геймини, блядь. Геймини залупа. Тут он мне уже ничего не поможет с ничем. Как-то он странно перекидает, по-моему. Возможно, это стоп-ватча. Или кажется. Может быть, кажется. Так и есть по факту. Когда пофиксят Делириума? Вот никогда до... Через 5 часов. Только наоборот. Проебал порядок. Но скорее всего никогда. Это более... Реальный вариант. Как же соул сейвит. Хороший был тейк. Поролил. Уже может быть осколки ролятся? Но вряд ли. Не, я думаю, они наверное, скорее всего, это ролятся. Это было бы смешно. Осколок в камень поролить. Какой-нибудь. Там говорят, на iPhone уже этот снова выходит. Ну, вернее, выйдет, наверное. Вроде опять они стали разработкой это заниматься. Репа будет, может, на iPhone.
Так, Тайзек есть на андроиде. Ну, через бешеные грабли. Через очень бешеные грабли. Но... как бы можно как-то это сделать. Через... ну, я не знаю. Кто-то, помню, кидал какой-то челик свои видео. Как он, типа, играет это в реверс на андроиде через хупами что. Я в этом не разбираюсь, в этой порнографии андроидной. Мне как-то похуй. Ой, хитбоксы. Найс. Реберс, да, но там, говорю, там будет, вроде репа будет, говорят. Возможно, скоро. Ну, как скоро, не очень скоро, возможно, типа её вроде... вроде как анонс был, что снова занимается айфонами. А реберс там есть уже 1000 лет, это понятно. За бешеные деньги при этом еще. Слушай, сколько будет репа стоить? 5000? Если реберс стоит 1200, то пиздец. Репа точно будет 5000 стоить. На айфоны. Самое оно ценник. Летящая камерочка, не знаю. Я такого не помню. А уже падают такие, уже вторая фаза. Тут же можно мозги не ебать, да, они падают все равно до меня. Я вообще-то постоянно этих не боюсь, тебя. Ты вроде ты к нему близко, они вроде тебе на лицо, по-моему, не падают. В основном. ТНТшки не знаю, бомбы с камнями. Ой, вернее, камни с бомбами тоже кидают. ТНТ не уверен. Они сейчас причем кидают сначала спешл камни, потом кидают обычные камни, это точно. Поэтому если будет ТНТ, они будут сначала бочки кидать, потом камни. Потому что они кидают горшки сначала, если есть в комнате горшки. Это мы недавно выяснили точно, что это так работает. Я думаю, просто нет, наверное, рум, наверное, с бочками. Где грузчики? Хотя в теории их можно сделать. Через D12. Так что такое, наверное, возможно. Тогда они будут, скорее всего, кидать бочки сначала, а потом камни. Потому что, опять же, бочки это типа спешл камни, по факту. 160.